Людмила? Товарищ Дятлов. Товарищ Дятлов. Товарищ Дятлов. Товарищ Дятлов. Товарищ Дятлов. Товарищ Дятлов. Что произошло? Не знаю. В турбогенераторе пожар. Турбогенератор. Бак СУС, водород. Идиоты, вы с Топтуновым взорвали бак. Нет, это не... У нас авария. Сохранять спокойствие. Наш приоритет. Он взорвался. Знаем. Акимов, активную зону охлаждают? Выключили. Но стержни еще движутся. Опустились не до конца. Я нажал. Я отключу приводы с пульта. Вы двое, запустить резервные насосы. Необходимо, чтобы через активную зону прокачивалась вода. Ее нет. Реактор взорвался. Активная зона разрушена. Он в шоке. Уведите его отсюда. Оболочки нет. Цилиндр горит. Я видел. Не говори ерунды. Ядро РБМК реактора не взрывается. Акимов. Саша, мы все сделали правильно. Что-то случилось, что-то странное. Металлический привкус. Акимов! Товарищ Перевощенко, это физически невозможно. Ядро не взрывается. Это наверняка баг. Мы теряем время. Ну же, вывести водород из генераторов и пустить воду через активную зону. А как же пожар? Вызовите пожарных.